Всем привет! Пятая серия сериала «Русская жена» выйдет на платформе «Смотрим» 29 июля 2024 года. Алина, осознав, что ей не собрать необходимую сумму для оплаты хакера, продолжает искать другие способы добраться до Мариам. Она решает обратиться за помощью к своему новому знакомому, журналисту Евгению, предлагая ему эксклюзивный материал в обмен на его поддержку в поисках адреса программиста. Тем временем Ясмин продолжает находиться в плену у Джамала. Он старается заслужить его доверие, чтобы выжить и найти возможность сбежать. Узнав о готовящемся покушении на Джамала, Ясмин предлагает свою помощь в раскрытии заговорщиков, надеясь, что это поможет ей сохранить жизнь. Евгений, используя свои связи в журналистике, находит старого знакомого, который может помочь Алине безвозмездно. Вместе они выходят на след Мариам и узнают, что девушка давно скрывается и боится за свою жизнь из-за опасных знаний, которые у нее есть. Алина и Евгений находят Мариам и убеждают ее раскрыть правду. Мариам раскрывает, что она действительно видела Камиля и его сына, но они исчезли при странных обстоятельствах после того, как выяснили что-то важное о крупной преступной организации. Мариам предлагает Алине флешку с доказательствами, которая может пролить свет на всю ситуацию. Параллельно Алина и Евгений узнают, что Джамал связан с той же преступной группировкой, на которую наткнулся Камиль. Теперь у Алины есть не только информация о пропавшем муже и сыне, но и опасные враги, которые пойдут на все, чтобы сохранить свои тайны. Напомню, что пятую серию сериала «Русская жена» вы сможете посмотреть на платформе «Смотрим» 29 июля. Если вам понравился обзор, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход обзоров новых серий. Приятного просмотра!